Ну, немного отойдем мы от спортивных новостей. Итак, хлеб всему голова. Российский бизнесмен покорил Анталию русским квасом и бородинским хлебом. Алексей переехал в Турцию из Москвы и решил наладить собственное производство. Сейчас все российское население и туристы покупают хлеб только у предпринимателя, ведь это настоящий вкус родины. Из того, что не удалось продать, Алексей делает сухарики и закваску. А в планах у него развозить русский хлеб по всей Турции, ведь его и сейчас покупают местные жители. Но называют буханки бородинского кексом.